Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gope Janavalava Girivaradari Jaya Gope Janavalava Girivaradari Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalava Girivaradari Jaya Gopi Janavalava Girivaradari Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalava Girivaradari Gopi Janavalava Girivaradari Yashoda Nandana Vraja Janarandana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram.
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra. Jaya Nitai Gara Chandra, Nitai Gara Chandra, Nitai Gara Chandra, Jaya Nitai Gara Chandra. Jaya Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada, Śrīla Prabhupada. Jaya Sita Ram Lakshman Hanuman, Jaya Sita Ram Lakshman Hanuman. Sitaram Lakshman Hanuman Jaya, Sitaram Lakshman Hanuman. Śrīla Prabhupāda ki, Śrīla Gurudeva ki, Sitaram Lakshman Hanuman ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasvatim Vyasam, Tato Jayev Dirayet, Naishtam Drayesha Badreshu, Nitya Bhagavata Sevayam, Bhagavata Tamashloke, Bhakti Bhavati Naishtiki. Шримад Бхагаватам ки. Хари Кришна, дорогие преданные. Доброго-доброго всем вайшнавского утречка. Сегодня мы будем читать 9-я песня Шримад Бхагаватам. Глава будет 10-я, а текст будет 3-й. Тасьяну чаритам раджан. Что там? Тасьяну чаритам раджам, ришибхи статвадаршибхи, шрутам хи варнитам бхури, твая сита патермуху, тасьяну чаритам раджам. Ришибхи статвадаршибхи, шрутам хи варнитам бхури, твая сита патермуху. Пожалуйста, дорогие преданные, кто хочет повторить текст. Тасьям ну чаритам раджан.
Ришибхи статвадаршибхи. Шрутам хиварнитам бури. Твая сита патер муху. Тасьяну чаритам раджан. Ришибхи статвадаршибхи. Шрутам хиварнитам бури. Твоя сита патер муху. Еще, пожалуйста, преданный, очень благоприятно повторять санскрит. Тасьяну чаритам раджан. Ришибхи статвадаршибхи. Шрутам хиварнитам бури. Твоя сита патер муху. Матаджи, пожалуйста. Тасьяну чаритам раджан. Ришибхи статвадаршибхи. Шрутам хиварнитам бури. Твоя сита патер муху. Еще матаджи. Окей, сейчас мы будем пословный перевод читать. Тасья. Его верховной личности Бога. В образе Господа Рамачандры. И его братьев. Анучаритам. Трансцендентное деяние. Раджан, о царь, Махарадж Парикшит, Ришибхи, великими мудрецами или святыми, Татвадаршибхи, постигшими абсолютную истину, Шрутам, выслушанные, Хи, поистине. Варнитам. Замечательно описанное. Бхури. Много. Твоя. Тобой. Ситапате. Мужа матери Ситы. Господа Рамачандры. Муху. Постоянно. Итак, мы прочитаем сейчас перевод. «О царь Парикшит, божественные деяния Господа Рамачандры описаны великими святыми, которые узрели истину. Ты тоже не раз уже слышал о Господе Рамачандре, супруге матери Ситы, поэтому я расскажу о его деяниях коротко. Пожалуйста, послушай». Давайте повторим. «О царь Парикшит, божественные деяния Господа Рамачандры описано великими святыми, которые узрели истину. Ты тоже не раз уже слышал о Господе Рамачандре, супруге матери Ситы. Поэтому я расскажу о его деяниях коротко. Пожалуйста, послушай». Комментарий. Современные ракшасы, считающие себя высокообразованными людьми, только потому, что имеют докторские степени, пытаются доказать, что Господь Рамачандра не верховная личность Бога, а всего лишь обычный человек. Однако знающие и духовно развитые люди никогда не согласятся с этим мнением. Они принимают описание Господа Рамачандры и его деяний в изложении татвадарши, мудрецов, постигших абсолютную истину. Бхагавадгите Верховный Господь тоже советует. Давайте вместе. Татвитхи пранепатена парипрашнена севая упадекшьянтите гьянам гьянинас татвадаршана. Чтобы постичь истину, вручи себя духовному учителю, вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшая себя душа может дать тебе знания, ибо она видит истину. Пока человек не стал татвадарши,
То есть пока он не постиг абсолютную истину, он не способен описывать деяния Верховной Личности Бога. Поэтому из множества существующих так называемых рамаян, которые повествуют о деяниях Господа Рамачандры, далеко не все достоверны. Часто деяния Шри Рамачандры излагаются на основе чьих-то воображений, домыслов или мирских сентиментов. Однако к Господу Рамачандре нельзя относиться как к плоду чего-то воображения. Начиная свой рассказ о Господе Рамачандре, Шукадева Госвами говорит Махараджа Парикшиту: «Ты уже не раз слышал о деяниях Шри Рамачандры. Из этого следует, что уже 5000 лет назад было много рамаян, повествующих о деяниях Господа Рамачандры. Много их и теперь. Но мы должны выбрать только те из них, что написаны постигшими истину мудрецами Гьянинастатва Даршиби и немнимыми учеными, которые претендуют на образование, на обладание знанием только на основании своей докторской степени. Таково предостережение Шукадевы Госвами. Ришибхи статва даршиби. Рамаяна, созданная в Валмике, огромна по объему, но Шукадева Госвами рассказывает здесь о тех деяниях Господа всего, о тех же деяниях Господа всего в нескольких стихах. О, Магьянати Мирандася, Гьянанджана Шалакая, Чакшурун Милитам Йена, Тасмай Шри Гураве Намаха, Шри Чайтанья Манобхиштам, Стхапитам Йена Бхутале, Сваям Рупа Кадамахьям, Дадати Свападантикам. Вандехам Шри Гуру Шри Юта Падакамалам Шри Гурум Вайшнавамшча Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагунатха Витам Там Садживам Садвейтам Савадхутам Париджанам Сахитам Кришна Чайтанья Дейвам Шри Радха Кришна Пада Сахаганам Лалита Шри Вишакам Витамшча Хей Кришна Каруна Синхо Дина Банху Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостуте Ванча Калпата Рубьяшча Крипа Синху Пьяевача Патитанам Паванебьо Вайшнавебьо Намо Намаха. Джай Шримад Бхагаватам Ки Джай Шрила Гурудева Ки Джай. Сегодня очень необычный день. Я всех поздравляю с прекрасным днем Раманавами. Также для всех преданных ИСККОН очень значимый день. Кто знает, какое событие произошло на Раманавами в ИСККОН? Кто знает? Именно на Раманавами был открыт наш большой, уникальный Кришна-Баларам-Мандир. Шилой Прабхупадой этот храм был открыт именно на Раманавами. И с тех пор есть такая традиция, что на Раманавами очень пышно празднуют этот праздник. В Кришна-Баларам-Мандире приходит много людей. Вот. Так что для меня это я всегда помню так же, как о Господе Раме. И также я помню, что Шрила Прабхупада сделал в честь Господа Рамы. Потому что этот текст, не зря говорится, что как бы деяния Господа Рамачандры много раз мы уже слышали, но теперь узри истину, правдивую истину. Вот. И поэтому Шрила Прабхупада, он сделал неимоверное. Он доказал действительно, что Господь Рамачандра в действительности существовал. И мало того, он дал возможность преданным всегда помнить в этот день о Господе Раме. Это неспроста. Ну, понятно, что для индусов этот день тоже очень большой, значимый. Шрила Прабхупада хотел приурочить события, открытые Кришна-Баларам-Мандир, именно к этому празднику. Но ну, я вижу такой вот смысл, да, потому что здесь мы четко видим такую параллель, что Рамаяна без мудрецов, Татва Даршиби, которые имеют абсолютную истину, она ничего не значит. Кто, может быть, в детстве из вас читал эпос Рамы или история Рамы? Вот Прабху знает.
вот вы знали, я в 5 лет читала истории принца Рамы, что-то в этом такого. Но до меня ничего не доходило. Что за истории, что там, какой-то демон кого-то украл, какие-то войнушки, что там вообще происходит. И только тогда, когда уже я стала общаться с преданными, то для меня стал потихоньку открываться, потому что на самом деле я читала в Рамаяну еще в изложении советских санскритологов. Это было очень смешно слушать исполнение этих великих переводчиков. Но когда ты читаешь это с тем контекстом, что действительно Господь Рамачандра – это Бог, это не какой-то миф, это не какой-то, там, я не знаю, кумир всех. Потому что даже вот, если вы приедете в Индию, вы там спросите, я не знаю, там, кто такой Майкл Джексон? И все такие, кто? Кто? Может, какого-то президента они назовут, но когда ты спросишь, а где Рама Мандир, где Рама? О, Рам, да, там. То есть все знают, от мала до велика. Они только слышат Рама, у них сразу появляется улыбка. Вот, и таковы деяния Господа Рамачандры, они подобны, знаете, вот океану, и в океане множество волн. От них невозможно оторваться, когда смотришь на эти волны, но они безграничны, их нельзя посчитать, их нельзя как-то отмерить, там, я не знаю, какие они там большие, маленькие. То есть, и вот эти деяния Господа Рамачандры, они испокон веков Господь является нам. И мы, как преданные Господа Кришны, мы понимаем, что у Кришны есть 4 отличительных качества, которых нет даже у Господа Рамы. Но тем не менее, Господь Рама – это верховная личность Бога. Он явился для того, чтобы доказать людям одно слово, одна жена и одна стрела. Потому что у Кришны, у него более сладкие отношения. Он может иметь 16 108 жен. Он куда хочет, туда идет, кого хочет, с кем сражается. Вообще он может дядю своего вообще убить. Поэтому с Кришной мы все поняли. Это изначальный Верховный Господь. Вот. Но Рама, он абсолютно являет другое человечеству. То есть во времена Господа Рамачандры, вот сегодня меня очень вдохновило, все такие нарядные, все такие улыбающиеся, сияющие. И вот во времена Господа Рамачандры не было ни одного человека, кто бы ходил у такой. Или у кого бы там, я не знаю, был там один какой-то дырявый чадр, он там им прикрывался. Там. Нет, во времена Господа Рамачандры было все, потому что когда мы говорим «Ра», все страдания исходят из нашего сердца. Когда мы говорим «Ма», мы закрываем свое сердце, чтобы уже никакие страдания не вошли. Это вот, когда, ну, то есть это мы получаем благость от имени Рамы. Но я вам не проповедую, что нужно повторять святое имя Рамы ради каких-то обретений блага. Но тем не менее, когда мы говорим «Ра», у нас все страдания, печали уходят. Когда говорим «Ма», мы закрываем свое сердце для того, чтобы эти печали больше никогда не вошли. Задумайтесь, насколько Господь Рамачандра, он великолепен. И игры Господа Рамы, они описаны великим мудрецом Валмикой. То есть, если игры Господа Кришны мы слышали от многих, то Рамаяну в основном, так как она была, описана мудрецом Валмикой. Вот. Это очень удивительный Валмик. Я, если я сейчас успею, или сейчас расскажу, или попозже расскажу его роль в Рамаяне. Вот. И вот недавно, зимой, да, помните, мы делали небольшой праздник, открывали храм большой в Айодхе. Так вот, это первое доказательство того, что Рама – это не выдумка или какой-то эпос. Это по-настоящему Господь приходил в образе Рамы, у него был свой город, Айодхя, у него был папа, великий Махарадж Дашарадха, который сражался с 10 колесницами одновременно. Даша – это 10, Радха – это колесницы. Он получил свое имя в знак того, что он одновременно мог сражаться с 10 колесницами. Его могли 10 колесниц окружить, но царь Дашарадха, он всех мог положить на лопатки. Вот. И все бы было ничего, великая династия Икшваку,
Вот, Рагу, да, Рагава, то есть там все очень великие личности являлись. Это Икшваку, это от солнца идет. То есть Господь Рамачандра, он принадлежал к солнечной династии. Ну, все бы было ничего, но знаете, как Бхактивиньяна Махарадж любит говорить, что говорит, когда вы читаете Рамаяну, вы не думаете, что все там благостно, что там все красиво, это жуткие страдания. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Раме и Сите. На самом деле, потому что Шекспир, он пытался передрать, знаете как, когда что-то существует изначальное духовное, здесь кто-то чувствует это, и он пытается как-то возомнить это. Вот. И вот, вот эта повесть была написана Шекспиром только из-за того, что действительно была повесть о Господе Раме и Сите. Вот. Так вот, в городе Айодхе был Махарадж Дашаратха. И все бы было ничего, но у Дашаратхи никак не появлялись дети. У него была величайшая супруга, мать Каушалья. Вот. Они жили, Дашаратха, он как истинный кшатри, он увеличивал границы своего государства, он заботился о всех подданных. Даже какие-то животные, которые жили во дворце царя Дашаратхи, они не знали, что такое голод, они были всегда удовлетворены. Но единственная печаль омрачала сердце царя Дашаратхи. У него не было детей. Они уже долгое время жили с прекрасной супругой, матерью Каушали, и не было детей. И Дашаратха жил-поживал и просил Верховного Господа о какой-то удивительной милости. Вот. И в какой-то момент, поняв, что ну, как бы у них дочка родилась, Шанта, а сыновей нету, и царь Дашаратха, он по просьбе своих мудрецов, по просьбе своих советников, он взял царицу Кайкеи, это была прекрасная царица, сейчас это нынешний Пакистан, тогда это была часть Бхаратаварши, но она была царицей Пакистана, и царь Дашаратха, заключив союз, то, что его государство оно расширится, и он принял царицу Кайкеи как свою жену, и даже с царицей Кайкеи у них не было детей, и царь Дашаратха еще больше грустил. Вот. Затем у царя Дашаратхи появилась третья супруга, Сумитра. Но детей как не было, так и нет. И однажды великий слуга царя Дашаратхи, который служил еще его отцу, он сказал, что у тебя есть благословение. Ты проведешь такую ягью, которую никто никогда в жизни не проводит. Путра Камештха Ягья. Это такая ягья, когда человек просит сына, и не просто сына, а такого ого-го сына, величайшего сына. И царь Дашаратха вдохновился, он говорит, да, я помню, я когда был молодой, ко мне приходили четыре кумара, то есть мы можем представить, кто был царь Дашаратха, да? Он общался там с Нарадой Муни, с четырьмя кумарами, то есть его дворец был пристанищем для таких великих мудрецов, они могли прийти, царь Дашаратха их покормил, послужил. Ну и вот четыре мудреца сказали, что ты еще слишком юный, но у тебя будет очень большое горе, и только Верховный Господь, он даст тебе освобождение от этого горя только тогда, когда ты совершишь путра Камештха Ягью. И все, и четыре кумара удалились, но Дашаратха, он это вспомнил, и он говорит, ну ничего себе, путра Камештха Ягья, это такая, скажем себе, ягья очень интересная. Начнем с того, что Пурохи, тот, кто проводит эту ягью, он не должен знать, что такое женщина. И плюс того, что там очень много золота надо, много всего-всего. И стал Дашаратха думать и гадать, как же это ягья и что же будет дальше. Но в это время такая личность, которая не знала, что такое женщина до своего замужества, это был Ришья Слингам, это был великий мудрец. Это Вибандака, его отец был. Это очень долгая история, но тем не менее, это рождение Ришья Слингам очень интересно, потому что Ришья Слингам, когда родился, он родился из тела оленя, и Вибандака его забрал в свой ашрам.
И в ашраме мудреца Вибандаки не было ни львиц, ни тигриц, ни там всех женского пола, то есть все были только брамачарии, прабуджики, они там повторяли святые мантры. И вот в этой атмосфере Ришьяслингам рос. Вот. Но так или иначе получилось, что ради спасения другого государства Ришьяслингам приехал в царство Ромапады и женился на дочери царя Дашарадхи, которую звали Шанта. Вот. И как только Ришьяслингам он обосновался в государстве Ромапады, то царю Дашарадхи доложили, что вот такая личность, которая до своего замужества не знала, что такое женщина, есть. И она находится в царстве Ромапады. И царь Дашарадха, собрав все свои акшаухини, это одна акшаухини, это много миллионов воинов, он двинулся по направлению к царству Ромапады. Ромапада, когда увидела, у него было маленькое государство, и он понял, что что-то Дашарадха очень грозно наступает. Он выбежал, он предложил поклон, он сказал: «Все царство твое, я весь твой, что ты хочешь, Махарадж, пожалуйста». Дашарадха говорит: «У тебя есть мой человек, который мне очень нужен, Ришьяслингам». «Да, да, есть». И Дашарадха поговорит с Ришьяслингам. Он сказал, что можешь провести ягью. И Ришьяслингам подумал, что как только у меня родится сын, его супруга Шанта уже была беременна, я должен вернуться опять в ашрам, потому что семейная жизнь, она не для меня. И как только рождается сын, я должен опять вернуться к своему отцу Вибандаке. И царь Дашарадха такой посчитал, говорит: «Окей, у нас вот тютелька в тютельку есть вот время, чтобы совершить эту громадную, великую путра камештха яги». И делегация поехала, Ромапада ему еще там золото подгрузил, по дороге они у других царей напросили золото, ги, что там нужно для яги. И, прибыв в Айодхью, началась подготовка к путра камештха яги. И не было ни одного подданного или живущего в этом царстве, который бы не участвовал в этой яге. Каждый подданный, он имел свое служение. Все были, знаете, вот взаимодействованы, все работали как единый механизм, и всем удалось подготовить это путра камештха яги. И царь Дашарадха со своими царицами, он пребывал на этой яге, и как только Пурохит, это тот, кто проводит яги, он коснулся в конце огня. Из огня появилась Ягья Пуруша, это господин всех яги. И у него в руках был очень большой сосуд, просто громадный, как вселенская форма Господа. И громогласным голосом Ягья Пуруша сказал, что: «Царь, твоя цель достигнута, твоя ягья, все, уже завершена. Вот дай вот этот Махапрасад, вот этот кхир своим царицам». И там, там просто такое громадина была, такой сосуд. И царь Дашарадха, посмотрев на это, он сказал: «Боже мой, это нужно все съесть?» Ягья Пуруша сказал: «Да, царицы должны съесть весь рис». И Дашарадха сказал: «Ну как же, они же умрут, они же даже половину не съедят этого риса». И вот тогда наступил момент Пурохита, вот этого необычного человека, который проводил ягью. Он тронул этот горшок, он сказал: «Господь, больше большего, меньше меньшего, все». И он своими параферналиями, которые проводят яги, он коснулся этого горшка, и горшок стал нормальных размеров. И этим рисом угостили царицы, и через какое-то время у цариц родились сыновья. У Каушали родился Рама, у Кайкеи родился Бхарата, у Сумитры родилось два сына. Потому что царицы были очень дружны, и когда они получили распоряжение разделить это между главными царицами, то сначала половину разделили Кайкеи, половину дали Сумитре. Но поскольку царицы были дружны, каждая из цариц дала еще половинку Сумитре. И таким образом у Сумитры появился Лакшман и Бхарата. Итак, во дворце царя Дашарадхи настало счастье, радость, детский смех. Рама, его называли Луна. Это еще называется Луна династии Рагху, Рагху Пати Рагхава, да, то есть это Луна династии Рагху, потому что у Господа Рамачандры был очень прекрасный лик, очень прекрасное поведение. Говорится, что что бы ни касалось Господа Рамачандры, царь Дашарадха это делал сам. Нужно было украсить комнату для Рамачандры,
заказывались самые уникальные шелка, там жемчуга, бриллианты, изумруды, сапфиры. Все инкрустировалось так, что просто на Раму никто не мог надышаться. Ну и Господь Рама, как принц, он следовал всем распоряжениям, которые давали ему во дворце, но иногда они озорничали. На самом деле гуру Рамы был Васиштха. Васиштха тот самый, который является сыном Господа Брамы. Он был учитель всей династии. Естественно, когда родились принцы, царь Дашаратха поручил образование принцев Васиштхе. Это великий мудрец, один из 12 мудрецов, описанных в священных писаниях. И Васиштха, он обучал Господа Раму, Лакшмана. Но иногда они любили озорничать. Однажды, когда у них была, скажем, переменка, то Рама и Лакшмана не увидели, шла служанка, она несла на голове такой большой поднос чего-то, и Лакшман, он стучит Рамачандру и говорит: «Тебе не кажется, у нее слишком большая сережка в носу?» Рамачандра говорит: «Да по мне нормально». Лакшман говорит: «Да не, я укорочу». И Лакшман берет стрелу, пускает, эта стрела касается кольца этой служанки, колечко уменьшается, служанка не поймет, что делает. «А, что происходит?» И Рамачандра стучит по спине Лакшмана, говорит: «Тише, брат, подожди». И Рамачандра берет свою стрелу, натягивает, опять пускает, стрела касается кольца этой служанки, кольцо становится настолько большим, что служанка такая: «Да что же происходит?» И таким образом Рам и Лакшман, они забавлялись небольшими своими играми, но как только они слышали шаги Васиштхи, они сразу такие: «Опс, ом, ом, ом», все в классе, все, Рам, Лакшман сидят, повторяют. И Рам, Верховный Господь, он наслаждался такой атмосферой, его все любили, все, что бы ни сказал Рама, все прикословно действовали и выполняли то, что просит Рама. Даже царица Кайкеи, когда однажды Рама, он стучал кулаками, затопал ногами, говорит: «Дайте мне луну». И все такие: «Ну как мы тебе дадим луну? Ну как? Ну как? Ну луна высоко, ну как? Ну невозможно дать тебе луну». И царица Кайкеи, она принесла тазик, она увидела отражение луны в воде. И она сказала: «Иди сюда, на, потрогай». И Рамачандра, потрогав эту луну, он удовлетворился, он сказал: «Да, вот». То есть все желания Господа беспрекословно исполнялись, он жил как просто Маха-принц, есть просто принц, а он жил Маха-принц, то есть там было. И будучи очень юным, он получал образование от Васиштхи, все шло хорошо, его учили военным наукам, ведическим мантрам, образованию, этикету, как одеваться, как наряжаться, как заключать мир, политики, как воевать, как расширять богатство, как считать деньги. Ну, в общем, всему-всему Господь Рама обучался. И когда ему еще не было 16 лет, однажды ранним утром стала трястись земля. И все такие проснулись в Айодхе: «Что происходит?» И царь Дашаратха, он посыл смотрящий, говорит: «Что происходит?» Все говорят: «Дашаратха, к тебе идет Каушика, Васиштха, Вишвамитра, Вишвамитрай, но есть еще...» Каушика. «И к тебе идет мудрец». И царь Дашаратха, он даже не мог понять, что происходит. Он выбежал, он выстроил своих подданных. Каждый подданный давал там сладости, воду, там омыли стопы. Махарадж, зачем пришел? И Вишвамитра, он посмотрел, и он сказал: «Да я пришел просто попросить тебя кое о чем». И сердце Дашаратхи, ну так: «Тук-тук, только не Рам, только не Рам, только не Рам». И увидев это полуобрачное состояние, Васиштха посмотрел на Дашаратху, он сказал: «Ты же царь, ты чего-то боишься?» Дашаратха сказал: «Нет, я ничего не боюсь, проси, чего хочешь!» И тогда Васиштха, у него был такой посох, он воткнул свой посох, и он сказал: «А мне ничего от тебя не надо, я выше тебя по положению, я совершаю яги, я живу в лесу, я забочусь о благе всего человечества, единственное, что мне надо, это твой юнец Рамачандра». И Дашаратха, он даже не дослушав, он просто упал как палка, весь бледный, все кинулись его омахивать, поливать водой. И тогда Вишвамитра, он посмотрел, он сказал: «Жалкий царь, жадина,
Жадина, я так и знал, что ты не хочешь дать то, что я тебя попрошу. И Дашаратха пришел в себя, он еле-еле принес поклон, и он сказал: понимаешь, господин, мой сын еще такой юный, ему еще нет 16 лет, у него еще нет волос на щеках, он настолько юный, ну что ты будешь с ним делать? То ли дело я, который воюю с 10 колесницами, у меня 11 акшаухини, там очень большое царство-государство. Давай я пойду с тобой, я раз-два, какие у тебя проблемы вообще? И Вишвамитра, он сел, и он стал рассказывать, что он совершает великие яги для блага человечества, но некая демоница со своими двумя сыночками портит всю жизнь. Она оскверняет эти яги, она не дает жить мудрецам, она просто завтракает мудрецами. Она приходит в ашрам, она просто в наглую так вот сгребает мудрецов, потому что они, знаете, просадненькие, вкусненькие, вот. Она просто их засыпает себе в рот, она ими завтракает, уходит. Потом, когда начинается яги, она там это все кидает кости. В общем, просто невыносимо, а ягью надо закончить. И тогда немножечко Дашаратха стал приходить в себя. Он говорит: ну ради такого, ну чем же мой сын может помочь? И Вишвамитра, посмотрев на Дашаратху, он сказал: ты, говорит, об этом не переживай. Твой сын маленький да удаленький. Все, ты просто отдай его мне. На этих словах опять Дашаратха потерял сознание. Его унесли, но тут уже вступился сам Рамачандра. Он вышел, он поклонился мудрецу Вишвамитре, он сказал: господин, это моя удача, я очень хочу с вами общаться, я просто пойду с вами, я хочу. И он, посмотрев на свою мать, которая уже тоже в полуомрачном состоянии лежала, он говорит: дорогая мама, ну с папой все понятно, ты-то мне хоть разрешаешь? И Каушали, она сказала: ну, если ты разве что не один. И Лакшман выскочил вперед, он сказал: нет, 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 мой брат никогда один не бывает, вот я иду с братом. И они оба, как палки, упали к стопам мудреца Вишвамитра, и они сказали: мудрец, вот все, что ты скажешь, скажешь прыгнуть на дно океана, мы прыгнем на дно океана, скажешь, тебе луну надо достать, мы сделаем. Все, что ты скажешь, мы все сделаем. И Вишвамитра, он посмотрел на этих двух принцев, он сказал: татастху. И не задерживаясь ни минуты в царстве-государстве, он разворачивается. И Лакшман и Рамачандра, не успев ни попрощаться, ничего взять, они просто следуют, как брамачари, как ученики за мудрецом Вишвамитры. Это очень вдохновило принцев, потому что, знаете ли, во дворце правой ногой вступи, левой ногой так, там скажи, там то, там такой этикет. Ну, сами понимаете, когда живешь во дворце, да, там определенные рамки. А тут принцы в экстазе, им разрешалось переплывать Гангу, они плавали во всех святых реках. Джай, Джаганат, Джай, Баладев, Джай, Супадра, Джай, Шишинтай, Гуручанда. И мало того, мудрец Вишвамитра, он постоянно рассказывал какие-то истории, связанные с верховной личностью Бога. И Рам и Лакшман, они просто поглощали все то знание, которое было. И Вишвамитра, он научил их определенным мантрам. Бала, Адивала, это были такие мантры, которые дают силы. И эти мантры никто не знал, только эти принцы. Рамачандра и Лакшман, потому что Вишвамитра, он увидел, какими качествами обладают эти принцы, и он посвятил их в эти мантры. И Дашаратха там лежит себе в обмороке, все его приводят в чувства. Принцы с мудрецом ушли в лес, все замечательно. Но тут они достигли ашрама, в котором жил мудрец Вишвамитра. Довольно-таки скромный ашрам, там великие мудрецы, атмосфера, коровки мычат, мантры читаются, все замечательно. И вот стало обеденное время, нужно совершать было яги. И как только они стали делать кунду для того, чтобы совершить яги, совершить свои обряды мудрецов, появилась эта прекрасная демоница, дама. И эта дама, она стала очень так настойчиво пытаться позавтракать великими преданными. И Васиштха, Вишвамитра, он посмотрел на братьев, и он сказал: ну вы видите, для чего я вас пригласил? И тогда Лакшман, он сказал: ну что, говори, брат, что я должен делать? И Рама сказал: да ты знаешь. И Лакшман, он пустил стрелу, и он создал такой купол над ашрамом. И Вишвамитра посмотрел, он сказал: браво, молодцы. И началась ягья, началось все, и Рам, Лакшман, они так вот ходили дозором, охраняли этот ашрам. Вот.
И когда ягья закончилась, эта демоница, она все-таки попыталась там ворваться. Ну и Рама пристрелил ее стрелой. Вот. Это Кришна убил Путану, Рама убил Тараку, эту демоницу. Вот. Ну, как бы есть параллели. Но прошу заметить, знаете, иногда шуточный бой есть. Преданные Кришны, они выставляются против преданных Рамы, и они говорят, ну что ваш Рама, вот наш Кришна, что вас может Рама сделать? И преданные Рамы говорят, ну наш Рама освободил Ахалью. Вот Ахалью осквернили, но Рама пришел, поставил ей на голову свои стопы, Ахалья освободилась. Преданные Кришны говорят, ха-ха-ха, Рама освободил только одну Ахалью, а Кришна освободил 16 тысяч таких девушек. Ну, и кто выше? И вот такие шуточные, и вот в таком же ключе можно спросить, что ну, Рама же убил демоницу, и Кришна убил демоницу, но что сделал Кришна? Кришна принял ее служение, она его покормила. То есть опять-таки Рам, Кришна, мы видим, да, у Кришны есть четыре качества, которых только у Кришны есть. Вот. Ну, Рамачандра, вот, так сказать, извинился перед дамой за то, что он так получилось, что она мешала, он ее убил. Но у этой дамы были два сына, Маричи, и как же второго звали? Два сына. Вот эти сыны Маричи. Маричи это тот, который потом будет иметь роль участвовать с Раваной для того, чтобы украсть Ситу. Вот. И Рамачандра с Лакшманом они положили на лопатки. Причем Рамачандра он даже не использовал те мантры, которые получил от Вишвамитры. У него были все мантры. Он мог сказать мантру, и все разлетелось. Рамачандра просто взял травинку, он просто кинул Маричи. Маричи стало очень жутко больно и вообще ужасно. Он улетел в Гималайи, он забился в пещеру, и долгие-долгие годы о нем никто не слышал. Вот. Ну, второго демона так благополучно освободили. Он оставил тело. Все замечательно, все радуются, ягья завершена, человечество спасено. Вишвамитра награждает еще более большими благословениями Рамы и Лакшмана. И вот они сидят, разговаривают вечером в ашраме, и вдруг они увидят гонцов. И Вишвамитра спрашивает, он принял их в своем ашраме, он говорит, куда вы идете? Они говорят, а мы в Митхилу идем. А что в Митхиле будет? В Митхиле будет великий праздник. Это Свайамвара. Дочь царя Джанаки выбирает себе мужа. Вишвамитра говорит, ну ничего, может нам пожертвования там дадут, все замечательно. Посмотрев на принцев, он говорит, ну у вас как, есть время? Рамачандра Лакшман, да, господин, да, да, мы идем с тобой, все, у нас вообще никаких вопросов, папа папой, царство царством, но мы тебе служим, мы твои. И Вишвамитра с легкостью, он говорит, вы пойдете как мои слуги, вы мои брамачари, вы мои слуги. И Рам, Лакшман, они последовали за Васиштхой, и придя туда, они увидели пышные приготовления. История Махараджи Джанаки, она тоже долгая, но как здесь сказано в стихе, пожалуйста, послушай, и я тебе расскажу коротко. У нас будет еще время сегодня о Рамакатхе. Я очень счастлива, что выделили специальное время о том, что можно поговорить о Господе Раме. Вот. И прибыв туда, Рам и Лакшман, они просто, они не ели, они не спали, они постоянно служили мудрецу Вишвамитре. И пришло такое время, что когда началась Свайамвара, все великие принцы, они себя показывали. Я там принц такого-то, такого-то. Но условие было вроде бы и простое, но никто не мог с ним справиться. Во дворце Махараджи Джанаки хранился лук Господа Шивы. Была история, когда Шива и Господь Вишну, они сражались. Так вот, лук Господа Вишну был у Парашурамы, а лук Господа Шивы попал к предкам Махараджи Джанаки. И этот лук хранился как великая-великая реликвия. И однажды дочь Махараджи Джанаки, мать Сита, она игралась со своими подружками, и мячик, который они сделали, он закатился под этот лук. И служанки, они кинулись, они сказали...
Сейчас мы позовем солдат, лук отодвинут, мы достанем. Ну, а Матита, как принцесса, она стала говорить, нет, мне только вот этот мяч надо. И служанки сказали, сейчас мы позовем солдатиков, там где-то 60 тысяч, они этот лук подвинут, и ты, и вы, госпожа, достанете свой мячик там. И Матита, она сказала, я не буду никого ждать. И подняв просто спокойно рукой лук, она забрала свой мячик, она его положила обратно, но это видели только служанки, они выскочили. Но, тем не менее, эти служанки доложили Махараджи Джанаки, что вот такая у тебя дочь, то, что не может делать 60 тысяч солдатиков, твоя дочь подняла лук, и Махарадж Джанака говорил, боже мой, может, какой-то брамаракша вселился в мою дочь, но не может такого быть, как обычная девочка может поднять этот лук Господа Шивы, что происходит? Ну и, как мы знаем, в те времена мудрецы путешествовали, и пришел великий мудрец к Махараджи Джанаки, и он сказал, да-то не переживай, ты просто сделай вот что, когда твоя дочка будет выходить замуж, ты скажи, что тот, кто сможет поднять этот лук, и будет мужем твоей дочери, потому что раз она его подняла, если человек не может поднять, это будет неравный брак. То есть только человек, который поднимет этот лук, он должен стать супругом твоей дочери. Ну и царь Джанака, он немножко успокоился, что это не брама-ракша, что его дочь здоровая, что все хорошо. И вот условие и было таким, что этот лук Господа Шивы, 60 тысяч солдатиков, его просто выкатили в центр, и он возлежал на таком специальном алтаре, и принцы разных династий, они выходили, они пытались там что-то даже сделать. И Махарадж Джанака после долгих-долгих попыток он увидел, он просто встал, и он говорит, ну хотя бы пошевелить лук, не просто поднять, пошевелить лук. И вдруг раздался такой хохот, и сказали, ха, все вы людишки, я тут Трилокешвара Равана пришел. Вы тут, естественно, никто не подвинет. Я подвинул Кайлас, да не просто Кайлас, а самим Господом Шивой. И лук Господа Шивы, ха-ха-ха. И все немножко напряглись, потому что все знали, кто такой Трилокешвара Равана, что с ним. Его не звали тогда Равана, его звали Трилокешвар. И Махараджи Джанаки ничего не оставалось, поскольку условие было равным, что тот, кто поднимет этот лук, станет мужем его дочери. Он просто посмотрел на всех мудрецов, мудрецы татастху, что делать. И Трилокешвара, он стал подходить к этому луку, и он так раз, что-то даже приподнял, и все мудрецы, они просто стали читать на своих гаятри мантры, и они стали, только не это, только не это, только не это, пожалуйста. И мудрец Вишвамитра, он посмотрел на Раму. А Рамачандра, он был спокоен, он стоял, он служил мудрецу Вишвамитре, он сказал, что я должен сделать, дорогой господин? Вишвамитра говорит, иди поднимай. И только он сказал это господу Раме, сразу Равана, он бух, уронил этот лук, и он стал орать. Так вот Равана, это значит ревун. Равана просто стал орать от нетерпимой боли. Он стал орать, что такое? А этот лук придавил ему руки. И мудрец Вишвамитра, он посмотрел на Раму, он говорит, ну видишь, человек в беде, помоги ему. Пожалуйста, это мое тебе задание. Иди подними лук. И недолго думая, Рамачандра, он обошел вокруг своего гуру, своего мудреца. Он обошел вокруг этого лука. Никто не обращал уже внимания на орущего Равану, который пытался вытащить руки из-под лука. Он там, жалкие попытки были. Рамачандра, подойдя к этому луку, он берет лук, он ставит, пытается натянуть тетиву, но поскольку лук долго лежал, тетива, она немножко села, и Рамачандра пытается его наклонить, чтобы дотянуться тетивой, и лук ломается. Киджай! Господь Рамачандра, киджай! Мать Сита, киджай! И все выдохнули. В том числе и мать Сита, которая стояла с гирляндой, наблюдала за всем, что происходит. И она быстро-быстро, чтобы никто не передумал, она подбежала к Господу Раме, она надела на него гирлянду, она ему поклонилась, все, я принимаю тебя, все. Все в экстазе пляшут, джай, 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 все хорошо, все в экстазе. Господь Рамачандра ничего не понимает, что происходит, как бы, ну ладно.
Он подходит к своему гуру, он кланяется, он говорит, что я должен делать? И мудрец говорит, а все, у тебя виваха, у тебя свадьба, я сейчас зову своего папу. Но говорит, не просто, у тебя же есть еще три брата, а у матери Ситы еще три сестры. Так вот, это будет маха виваха, это будет прекрасная свадьба ваших семей. Я уже послал за царем Дашаратхой, за всеми родственниками, сейчас все прибудут, ты просто оставайся в Митхиле. И так Господь Рама остался в Митхиле. Прибыла свита, а Дашаратха, он там лежал, умирал, ну все, уже безжизненно, уже никакой. И тут ему сообщают, что мало того, что все хорошо кончилось, Рама жив, еще плюс у него невестка будет. Царь Дашаратха, да, три невестки, четыре вернее. И царь Дашаратха, он там тоже стал джай-джай, силы вернулись к нему, там все, тут же все закрутилось, все приехали в Митхилу. И сыграли прекрасные четыре свадьбы. И все четыре брата женились на четырех сестрах. Это очень была прекрасная церемония. И после этой церемонии, которую провели во дворце Джанаки, они стали ехать в Майодхию, в город царя Дашаратхи. Но когда они ехали, все было бы ничего. Но вдруг опять затряслась земля, ветер, ураган. Да, это было очень страшно. И царь Дашаратха, мало того, что он испугался, он понял, кто идет. А шел никто иной, как Парашурама, который уничтожил всех кшатриев. И шел он так, что содрогались все три мира. И он не просто шел, он говорил так: «Хум! Хум! Хум!» Это клич Парашурамы, это воинственный клич, который слышат кшатрии этот клич, а кшатрии просто теряют сознание. И Дашаратха, он подумал, о-о, что же я такого наделал, что же будет? И он остановил эту всю процессию прекрасную. И вдруг появился Парашурама, и он сказал, вы, кшатришки, опять надумали себя возомнить великими? Что вы вообще себе позволяете? Кто сломал лук Господа Шивы, а? Рамачандра, сложив руки, он вышел, он сказал, господин, это был я. Чего? Вот этот юнец, говорит Парашурама. Ну, слушай, лук Шивы это неплохо, неплохо. Он похлопал Раму по спине, говорит. А лук Господа Вишну слабо? Рама поклонился Парашураме, он сказал, господин, как хочешь. Хочешь, чтобы я поднял лук Господа Вишну? Пожалуйста. Парашурама сказал, ха-ха-ха. Я сейчас призову лук Господа Вишну, и если ты его не поднимешь, твоя династия уничтожается под корень. Господь Рама говорит, без проблем. Парашурама, он же, мы знаем, что это воплощение Бога, которое играет роль брамана. Он навязывает себе шнур такой, призывает мантру. Обычно, когда призываешь мантру, лук у тебя появляется в руке. И Парашурама зовет лук, а нужно мантру произносить закрытыми глазами. Мантра произносится закрытыми глазами. И когда ты уже видишь лук в своей руке, ты открываешь, и это означает, что действие мантры произошло. Он повторяет мантру, рука пустая. Он опять повторяет мантру, рука пустая. Он опять повторяет мантру, и в конце концов Парашурама прерывает эту мантру, он открывает глаза, и что он видит, что Рама стоит с этим луком Господа Вишну. И Парашурама, он говорит, слушай, вот это ты крутой. Два Рамы встретились. Господь Рама говорит, слушай, ну это все мои игры. Я явился в этот мир. И все, и тут же все потеряли сознание, когда увидели Парашураму, и остался один Парашурама и Рама. И они, вот это происходило между ними. И Рама, он сказал, что я явился только для того, чтобы показать кшатриям и людям, как надо действовать. Парашурама тогда доволен. Он говорит, окей, окей, все, все, вопросов нет, лук твой, все твое. Рама говорит, но у меня проблема. Парашурама говорит, какая? А ты не видишь, я держу лук со стрелой? Ты сказал мне выстрелить, куда стрелять? Куда, Парашурама, в тебя? Парашурама, нет. И он дал такую возможность, что Господь Рама выстрелил в мистические способности Парашурамы.
И все способности, которые имел Парашурама, забрал Рама этой стрелой. Потому что что? У Господа Рамы одна жена, одно слово и одна стрела. Если он положил стрелу на тетиву, она обязательно должна вылететь. Поэтому Парашурама принял верховное главенство Господа Рамы, и все продолжили, тут же все вернулись в чувства, свадебная процессия, киджай, тра-та-та, песенки, танцы. Все приходят в Айодхью, и тут начинается другой ажиотаж, все начинают готовиться к свадьбе. Вот. Свадьба очень такой процесс трудоемкий, тем более 4 свадьбы, и все очень счастливы, кроме одной личности. Что это за личность, вы узнаете потом. Это очень удивительная личность. Эта личность, она просто сидела, плакала и не понимала, почему все веселятся. А почему все веселились и почему эта личность была грустная, мы узнаем в Рамакатхе вечером, дорогие преданные. Поэтому еще раз подчеркиваю, что получить эти истории, да, вот мы сейчас слушаем это, да, кто-то слушает, ну да, прикольно, какие-то вот сказочки, кто-то слушает, о, вот да, да, верховный Рамачандра вот такой вот, вот. И, ну, то есть каждый смотрит на вот эти истории со своей как бы позиции, но главное мы должны понимать, что все вот эти истории мы должны слушать в правильном настроении, от правильных людей, и только тогда нам раскроется, потому что много историй о Господе Раме написано. Кто-то просто как любовную поэму пишет, да, что вот, украли жену, там искали, но преданный он всегда смотрит на Господа Раму, как на Верховного Господа. Поэтому я предлагаю поднять руки и сказать «Ра!» Все! Все-все страдания от вас вышли, и потом сказать «Ма!», «Ма!» И ваши сердца закрылись для того, чтобы какое-либо страдание проникло в ваши сердца. Так что, дорогие преданные, сегодня очень необычный день, радуйтесь, вспоминайте, говорите о Господе Раме, вспоминайте его истории, которые вы слышали, и Верховный Господь, он всегда-всегда присутствует в наших жизнях. Если кто-то хочет что-то дополнить, сказать, пожалуйста, спросить, есть ли у кого-то какие-то пожелания, дополнения, да, Прабу? Вопрос. Вчера разговаривал с сыночком 5-летним по телефону и говорю, что завтра праздник большой, день рождения у Господа Рамы. Ага. Он такой, папа, сколько ему лет? Спросил. Ну, вот такой вопрос. Мы можем ответить на такой вопрос? Сколько лет? Сколько лет Господу, да, Раме? Сколько? Что мне сыну ответить? Ну, учитывая, что он был еще до прихода Господа Кришны, больше 5000 лет. Не, ну, на самом деле, если брать йоги, то там можно высчитать. Но жизнь Господа Рамы, она делится на 4 момента. Это до того, как он ушел с мудрецом Вишвамитрой, то есть до этого он считался как юноша. И потом все, у Господа Рамы нету, как у Кришны, да, там у него там внуки, правнуки, нет. Господь Рама, он всегда остается прекрасным юным царем. Так что сколько лет Господу Раме, я думаю, что, может быть, Сиддхартха Прабху может просчитать, может там... или наши астрологи, или еще кто-то. Но в Рамаяне описано, ну, только 2 этапа, что Рамачандра был юный до того момента, как он ушел с мудрецом, и после того он уже все, он уже как бы, ну, раджа, то есть царь. Вот это что могу сказать по поводу возраста Господа Рамачандры. Вот, может, у кого-то еще есть какие-то вопросы, дополнения? Вриндаране Прабху что-то хочет сказать про Господа Раму, насколько он великий. Да, Матаджи что-то хочет сказать. Спасибо большое, Матаджи Кинкари. Это просто чудесное повествование было. У меня вопрос. Вот
царство Господа Рамы есть в духовном мире Айодхи, да? Есть в духовном мире Айодхи. Там постоянно проходят лилы Рамы. Вот по материальной вселенной циклически тоже повторяется Рамаяна, как вот игры Господа Кришны, Гауранги, то есть периодически повторяется. Вообще, есть ли вообще другие лилы, что же, да, у Рамы, кроме вот Рамаяны, которую мы знаем, динамичная его жизнь? Что-нибудь знаете об этом? Спасибо. Спасибо, дорогая. Поскольку вот эти пураны, они описывают явление Господа, которое не просто было в эту эпоху, да, то есть не в этом ману, а во многих других. Но сценарий идет один и тот же. Могут быть какие-то разные там, так сказать, декорации, но сценарий один и тот же. Почему? Потому что есть стих Шримад-Бхагаватам, там говорится, что тот, кто думает, что он может наслаждаться в этом мире, почитайте Рамаяну. Тот, кто хочет наслаждаться в этом мире, вы просто почитайте Рамаяну. Это просто одна сплошная трагедия. И поэтому эта история, она показывает нам основные моменты, то, как мы можем себя вести в разных ситуациях, в которых оказался Господь Рама. Сможем ли мы оставить свою супругу ради того, чтобы подданные были счастливы? Да? Сможем ли мы уйти из дома ради того, чтобы служить мудрецу? То есть будет ли изменено наше лицо, когда мы услышим, будучи готовым к коронации, что ты изгнан, ты больше не принц? И говорится, что у Господа Рамы, у него мимика вообще не изменилась. То есть он даже не удивился, не разочаровался, не обрадовался. Ну, то есть все. То есть вот его уже коронуют, уже все, осталось только пройти ягью, да, то есть и все, и ты, ну, как бы король. Но через короткое время все, тебя изгнали. И вот в этом и есть, как бы, вот эта лила Рамачандры, он учит нас. Основной сюжет тот же, украдают Ситу, там все вот эти вот истории. Говорится, что все игры Господа может видеть только Джамбаван. Это необычное живое существо, и он очень быстрый, и он облетает все вселенные, он участвует во всех играх. Он у Кришны он участвует в играх с Ямантака, у Рамачандры он борется за справедливость, строит мост и так далее. То есть все вот эти истории, они как бы повторяются. Но как кто-то спросил, а всегда ли Нарсимхадев выходит из колонны? А нет, не всегда из колонны выходит. Нарсимхадев может появиться откуда угодно. Также Господь Рамачандра. Неважно, может быть, в этой эпохе он женился на Сите, сломав лук, а в другой юге там по-другому все было. То есть, но сценарий остается один и тот же. Да. Вот мы как бы преданные Господа Кришны, но Рама – верховная личность Бога. И вот у каждого из нас вот есть какие-то отношения с Рамой или отношения только у преданных Господа Рамы с Господом Рамой? Ну, или у нас тоже? Смотрите, Кришна и Рама. Действительно, есть те преданные, которые не признают никого, кроме Рамы. Вот ты приди к Хануману и скажи: «Хануман, иди Кришне служи». Он скажет: «Чего? Какой, кто Кришна вообще? Мой Бог – это Рама». И также очень много таких преданных. Почему? Потому что образ Господа создается в сердцах преданных. То есть если преданные в сердце поклоняются Раме, в этом нет ничего плохого. В Читании Чаритамрите описано, когда Господь Читания, он проявлял разные формы преданным, в том числе и Рамы. Рали Гупта – это был Хануман, который любил, безусловно, Раму. Но мы должны понимать, что Рама, да, он привлекает своими играми, он все, но Кришна – это изначальное. И только четыре качества, которые есть у Кришны, нет ни у кого. Кто вспомнит эти четыре качества? Кришна играет на флейте. Красота Кришны несравнима,
даже с Господом Рамой. Его игры пленяют ум Кришны. Да? То есть и ну, флейта, да, то есть красота Кришны, игры Кришны, да, и то, что у него есть ну, отношение вот с Гопи Вриндавана. Вот это вот качество, которое есть только у Кришны. А в основном, да, вы правы, на Айодхе есть, то есть, ну, в духовном мире есть там Айодхи, где поклоняются Раме, там тому воплощению Богу, тому, тому, тому. Вот, поэтому это неплохо, но вот, вот так вот. Джай. Большое всем спасибо, дорогие преданные. Шримад Бхагаватам ки. Кришна Баларам Мандир ки. Рама Навами Маха Махотсава ки. Джай. Всем спасибо. Хари Кришна.